Уважаемые жители Ростовской области, действующие в регионе ограничительные меры по-прежнему необходимы. Мы проводим достаточное количество тестов. Медики продолжают работать в напряженных условиях. Система здравоохранения справляется с притоком заболевших. В целом ситуация остается стабильной. Это позволяет нам принять некоторые решения по смягчению ограничений. Так, с завтрашнего дня в области могут возобновить свою работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, магазины, торгующие авто и мототехникой, рекламное и кадровое бюро, агентство недвижимости. Разрешается проведение репетиций творческих коллективов без зрителей. Жителям области можно будет заниматься физкультурой на открытом воздухе и спортивных площадках. Разрешены и прогулки при условии соблюдения санитарной дистанции, в том числе и для тех, кто старше 65 лет, но только в утренние часы до 10 часов, по вечерам после 18. Мы по-прежнему сохраняем обязательный масочный режим в общественном транспорте, на остановках, вокзалах, в аэропорте. При посещении аптек, магазинов, учреждений и предприятий, на рынках, стадионах, детских площадках, в любых общественных местах, где есть скопление людей. Дорогие земляки, в нынешних условиях нам очень важно обеспечить режим самосохранения. Надо точно соблюдать санитарные правила в рабочих коллективах, производствах и в учреждениях. Работодатели должны в полном объеме обеспечить выполнение требований санитарных властей. Это будет у нас на особом контроле. Обязательный масочный режим, дезинфекция помещений, контроль за самочувствием сотрудников – это то, что непременно надо исполнять. Только взвешенное, осознанное отношение к сохраняющимся санитарным правилам поможет нам в конечном итоге справиться с пандемией. Уверен, что мы обязательно преодолеем эти трудности. Я благодарю вас за то, что вы с пониманием относитесь к каждому шагу, который мы делаем, чтобы уберечь здоровье и жизни граждан, чтобы защитить вас от опасного вируса. Здоровья вам и благополучия. Хороших вам праздничных дней.